привет! Вы на канале Вкуснейшин с Ланой Лановой. Сегодня для вас я хочу приготовить летнюю легкую холодную закуску из кабачков с помидорами, сыром и чесноком. Готовится она очень просто и очень быстро. И потребуется вам всего лишь немного времени и немного ингредиентов. Количество ингредиентов я пропишу под видео. Заходите, смотрите. А кому интересен рецепт приготовления, оставайтесь со мной, а я начинаю готовить вкусную закуску из кабачков. Итак, кабачки я обязательно мою, кожицу я не очищаю, так как они молодые, и нарезаю кружочками. Кружочки я делаю не очень тонкие, так как я их буду обжаривать, а также кабачки вы можете просто запечь в духовке примерно 20 минут при температуре 180 градусов. Кабачки я обязательно подсаливаю и сверху посыпаю черным молотым перцем. Перемешиваю и отставляю кабачки и приступаю нарезать остальные ингредиенты. Мелко нарезаю зеленый лучок, затем зелень укропа, помидоры. Помидоры у меня очень вкусные, хорошие, мясистые. Помидоры нарезаем мелкими кусочками. Натираем сыр на мелкой терке. И начинаем все соединять. Помидоры, зелень, сыр. Обязательно добавляем чеснок. Я его выдавливаю через пресс. Если у вас нет обычного чеснока, добавьте гранулированный чеснок. Майонез и немного греческого йогурта. Если у вас греческого йогурта нет, добавьте сметаны. Все перемешиваем. И начинка готова. Добавьте по вкусу соль, если вам необходимо, и черный молотый перец. Далее обжаривать я буду на сковородке гриль. Я добавляю немного растительного масла и выкладываю кабачки, обжаривая их с двух сторон. Как только кабачки обжариваются, я их выкладываю обязательно на бумажное полотенце. Кабачки у нас остыли, и сверху мы украшаем нашей начинкой. Получаются кабачки очень вкусные, ароматные и легкие. И готовятся очень легко и просто. Вот такие вкусные, легкие, ароматные кабачки у меня получились. Готовятся они легко и просто и не требуют много времени. И получились они вот из таких прекрасных молодых кабачков. Если вам понравился мой рецепт приготовления, ставьте лайки. Кому не понравился, ставьте дизлайки. На дизлайки я не обижаюсь. А также подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новое интересное видео. А новых интересных видео будет очень-очень много. Вступайте в нашу группу ВКонтакте, делитесь своими пожеланиями и рецептами. А вам всем скажу, приятного вам аппетита, готовьте с любовью. Всем пока-пока! До новых встреч!